Золотые, всем привет из солнечной Баварии. Пойдет, солнышко. Здесь у нас была трещинка, Вовочка ее заделывает. Мы решили покрасить обои в спальне. Вот такие вот они у нас сейчас. И надо освежить. И красить будем белым цветом. Огромная, большущая работа, но мы справимся. Мы занимаемся ремонтом спальни. Я крашу стены. Ну, естественно, не без помощи Лео. И бок себе покрасил. Лео! И дюндельку себе покрасил. Ну, красавец! Все помогают. Конечно, у нас здесь беспорядок. Передвигали, отодвигали. Когда все поснимали, в принципе, обои хорошие. Они немножечко блестят, немножечко есть такой светло-коричневый цвет и зеленоватый. Но, тем не менее, я решила освежить за работу. Думаю, что тут у меня плохо светит. Погасла одна лампочка. Окей. Наверху как-то света не хватает, хотя так все прекрасно видно. Но вот здесь уже есть, конечно, отличие. Крашу я просто белой краской. Получается оно так. А здесь старые обои не покрашены. Ну, я довольна результатом. Буду продолжать. Покажу вам, что я сделала. И маленькую паузу. Попью водички. Очень жарко. Что-то как-то мне тут все не видно, чтобы вам показать. Ну, в общем, все что-то темно. Покрасила я вокруг окна, покрасила я внизу. То есть эта стенка у меня до окна тоже полностью готова. А эти все мелкие работы вокруг окон, наверху и с боков, и внизу, конечно, занимают много времени. Маленькую стенку около окна. И идет у меня эта стена. Буду трудиться. Работу я закончила. Обои я покрасила. Свежо, беленько. Довольна своей работой. Ну, теперь, конечно, пусть сохнет. Большая работа сделана. Это очень старое и очень красивое зеркало. Я его сейчас мою. Мы любим такие вещи, нам нравятся такие вещи. И мне надо его хорошенечко отмыть и отреставрировать. Здесь вот, например, мне нужно подклеить. Здесь мне нужно подкрасить. Ну и, в общем-то, сейчас еще раз хорошо отмыть, промыть. И я хочу, чтобы оно у меня висело в спальне. Очень красивое. Очень-очень красивое. Само зеркало в прекрасном состоянии. Никаких царапин. Я его отмыла, блестит. Лежит оно у меня на столе. И теперь все над нами вверх ногами. Очень красивые зеркала, зеркала, зеркала. Я их просто обожаю. Очень красиво. Очень красиво, я очень рада. И все получится. Хочу вам показать мою работу. То есть те маленькие деревянные детальки, которые на зеркале были поломаны. Я их подклеила клеем для дерева. Мои маленькие малипусеньки орхидеи уже отцвели. И вот это вот цветет действительно очень-очень долго. Уже эти все отцвели, и она первая цвела, и все-таки на ней есть еще маленькие красивенькие листики. Ну что, я сейчас им сделала прохладный душ. Аж самой приятно.
И теперь они у меня немножечко, листики подсохнут, чтобы не было капелек. И я их снова поставлю на окошко. По-немецки это называется Fettblatt, то есть толстенькие листики. А так это денежное дерево, да? И оно у меня еще маленькое. Посмотрим, как оно пойдет. А если что, можно взять снова отросточки. Я их ставлю в воду, дают корешки. Снова втыкаю в землю. И, пожалуйста, пусть растет. Идут молодые листики. Здесь немножечко какие-то розоватые. Но растет. Тоже полила, облила. Принял душ. Все прекрасно. Вовочка, халё, скажи. Халё. Ну, что мы сейчас делаем? Зеркало мы перевернули. И получается так, что нам его надо весить, ну, в высоту, да. Поэтому крепления, которые были в ширину, Володюшка должен сейчас открутить и все это переделать. Ну, вот крепления переставлены наверх. И теперь будет приделываться это проволока. Она сюда останется. Один будет гость или два? Один. Можем не два? Можем два поставить. Я думаю, два лучше. Вот сюда, на эту стенку, мы хотим повесить зеркало. Проволока привязана, крепления сделаны, а Володюшка сейчас делает точные расчеты, и потом будем зеркало наше весить. Я бежала, пока ты сверлил, а ты уже просверлил. Хорошо, дырки. Повесили, привесили. Папочка сейчас Митва Сырвага все измерил. Митва Сырвага — это что? Уровень. Ой, мои хорошие, если Володюшка что-то делает, то делает... Вот все тютелька в тютельку. Нарисовал схему, сколько сантиметров, все размерил. И так оно и получилось. Ну что, все у нас здесь готово. Зеркало подклеено, высохло, зеркало покрашено. Старина будет жить дальше. Все готово. Нам с Володюшкой очень нравится. А это самое главное. Мы здесь живем.